Об этом стало известно сегодня во время встречи с губернатором Краснодарского края. Положение у клуба сейчас непростое. Он борется за выживание в премьер-лиге. Благодарен вам, что вы после определенного перерыва приняли решение остаться председателем совета директоров футбольного клуба «Кубань». Уверен, что с вашим подходом вы сможете выстроить и финансовую дисциплину, и внутреннюю политику отладить на должном уровне. И еще уверен, что много-много раз и я, и вы, и наши болельщики будем радоваться за великолепную и блестящую игру нашей команды. Вы доказали, что в течение 7 лет футбольный клуб «Кубань» был на должном уровне. Он был очень узнаваемой и результативной командой, которую знает вся страна сегодня и даже за пределами ее. Она сохранит, во-первых, свои позиции, но я и больше скажу, что и уверен, и приумножит. Задача очень непростая, но вместе с вами, я думаю, что мы сделаем все возможное для того, чтобы команда сохранила место в премьер-лиге. На прошлой неделе встречался с командой на Кипре, провели с ними беседу, собрание. Достаточно, я считаю, что атмосфера внутри достаточно хорошая после этого. Я передал от вас слова благодарности. Посмотрели тренировку. Ребята, конечно, отдаются. Самоотдача большая. Все жаждут побед. Все задают вопросы, какие у нас задачи. В этом году самая главная задача – нам сохранить место в премьер-лиге. Сейчас футбольная Кубань занимает 15-е место в российской премьер-лиге. По словам Картачана, подняться выше в этом сезоне – задача непростая, но выполнимая.